Всем привет! Мы приехали в город Равень. Я, как всегда, при параде и на каблуках, готова осматривать достопримечательности старого города, как мой супруг предложил мне переобуться в удобную обувь с устойчивым каблуком. Немного поразмыслив и зная, что это старый город, и естественно, здесь почти везде дороги выложены брусчаткой старого образца, я переобулась. Равень – небольшой приморский город на западе Хорватии, расположен на Адриатическом побережье полуострова Истрия. Равень – один из самых живописных и очаровательных городов Средиземноморья, который очаровывает венецианской архитектурой и лабиринтом узких улочек, красными черепичными крышами и старинными зданиями, прекрасной атмосферой и потрясающими закатами. Его исторический центр расположен на острове, который был связан с материком только в 18 веке. Равень интересным образом сочетает богатые традиции и современность, провинциальный шарм и курортный статус. Туризм приносит большую часть доходов города. В черте города и его окрестностях расположены многочисленные отели, виллы и тому подобное. Кроме туристического обслуживания, население занято в рыболовстве, рыбоперерабатывающей и пищевой промышленности. Также в городе расположена табачная фабрика.